Карликовая игрунка – обезьяна размером с палец. Он с легкостью может поместиться на ладони взрослого человека. А еще обезьянка может спокойно поворачивать голову на 180 градусов. Величина взрослой особи карликового игрунка составляет от 11 до 15 сантиметров. Весит карликовый игрунок от 100 до 150 грамм. Карликовые игрунки питаются соком и комедью деревьев, которые расположены в пределах их территорий. Они используют свои зубы и когти, чтобы проделывать дыры в стволах деревьев. Карликовые игрунки имеют когти на всех их пальцах, кроме большого пальца на ноге, который имеет плоский ноготь. Они очень скрытные и пугливые. Почуяв опасность, они сразу прячутся в листьях. Они ловко передвигаются по ветвям, совершая прыжки до метра в длину. Половой зрелости самки достигают к 15-18 месяцам. Беременность длится примерно 150 дней.